Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы проедемся на автобусе от метро Дуслик до нового парка «Новый Узбекистан». Наш автобус поехал. Приятного просмотра! Здесь мы едем рядом с надземным метро. Кстати, насчет этого надземного метро есть у меня отдельный видеоролик. Здесь строятся новые многоэтажные дома Triumph Residence с рассрочкой на 18 месяцев. Кафе на Дубовой. Здесь чебуречная, магазинчики и парикмахерская. Кстати, этот автобус ездил до 10 января бесплатно. Пять автобусов курсировали до парка Новый Узбекистан и обратно до метро Дуслик. А вот и другой автобус, который едет обратно до метро Дуслик. Спортивный комплекс авиастроителей. Центральная консультативно-диагностическая клиника. Здесь строятся многоэтажные дома от строительной компании First Development Group. Здесь тоже строятся многоэтажные дома от строительной компании Sky Builds. Вообще строится очень много многоэтажных домов в городе. Самое главное, чтобы
водообеспечение, газообеспечение и канализационная система отвечали требованиям и не перегружали их. Это супермаркет «Корзинка». Переезжаем под надземное метро. Хороший водитель автобуса дает проехать нам. На светофорах я пропускаю кадры, чтобы вы, уважаемые подписчики, не теряли времени. За надземным метро 16-этажные дома построены в конце 1980-го и начала 90-х годов. Выглядят как новые. Ресторан «Шош». Детский медицинский центр. Новый мост от Паркенского рынка. Здесь тоже построили очень много многоэтажных домов. Двухэтажные, собственные, красивые дома.
Территория, на котором расположен парк Новый Узбекистан, раньше входил в состав Кыбрайского района Ташкентской области, а теперь входит в состав Мирзо-Улбекского района города Ташкент. И, скорее всего, город будет расширяться в эту сторону. Наверное, в этих пустых местах построят большие кварталы, типа Мирзо-Улбек-Сити. Кстати, климат здесь очень приятный, свежий, мягкий. Климат отличается от других районов города. Нас обгоняет Уздева Тико. Она очень хорошая машина. В народе его называли как «Шустрый малыш», «Шустрый узбек». Она очень экономичная и практичная машина. Давно не видел эту машину. Она как раритет уже. Тем временем проехал следующий автобус до метро «Дуслик». Значит, интервал между автобусами примерно 10 минут. Частный университет «Аква» открылся в 2019 году. А вот и наш парк Новый Узбекистан. Скоро мы развернемся и приедем сюда. Кстати, у меня есть видео полный обзор парка Новый Узбекистан. Можете найти в плейлистах и посмотреть видео. Также, чтобы было удобнее вам найти видео, я добавлю ссылку под видео.
Вот мы и приехали. Время поездки заняло примерно 20 минут. Это наш новый парк «Новый Узбекистан». Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До скорой встречи, друзья!